Друзья, всем привет! Я сейчас записываю ролик из курорта. В общем, ну, те, кто смотрит Hold Extreme, те, возможно, в курсе. Здесь очень сильно светит солнышко, поэтому я сижу в очках. Вот, ребятки, смотрите. У меня вчера было день рождения, и у меня было подготовленных два проекта для дня рождения, и они очень хорошо зашли, как на основном канале, так и на Hold Extreme канале, оба ролика в трендах. И вот это тот самый проект, который был на Hold Extreme, ребятки. Мы открывали здесь сундуки, мы выбили мистера Пи и два эпика. Но ни одной леги на аккаунте нету, ни одной леги мы не выбили. Сегодня есть уникальная возможность получить очень дешево Леона. Леон стоит 350 гемов, это в долларах 20 баксов, слушайте, ну это не дешево для большинства за одного персонажа. Но у меня есть возможность купить набор сотого уровня за 9 долларов и получить Леона. Посмотрите, 350 гемов ровно хватает на Леона. То есть экономия 10 долларов. Возможно, из вас большинство тоже хотят Леона. Вот давайте так, кто хочет Леона, вы сейчас подпишитесь и поставьте лайк, у кого он есть. Но это, наверное, единственный конкурс, когда я, ребята, его не планировал запускать. Но у меня есть к вам предложение. Если сейчас большинство мне докажут, что они хотят конкурс, хотят бесплатно получить Леона, то давайте наберем на этом ролике до конца дня 70 тысяч лайков. Если 70 тысяч лайков вы набираете, у вас появляется возможность, у меня возможность появилась купить Леона очень дешево, а у вас появится возможность забрать Леона бесплатно. Что надо сделать? Вам надо просто подписаться сейчас на канал, подписаться на мой Live и Hold Extreme канал в описании ссылки. И еще смотрите, самое важное, это подписаться на Instagram. После того, когда ролик этот соберет 70 тысяч лайков, в моем инстаграме появится фотография, новая фотография с конкурсом, в котором вы будете участвовать. И я победителей, ну, конечно, не на стриме, я тут не стримлю, выберу так и отправлю им деньги на эту акцию. Поэтому, кто хочет, ставьте лайки, 70 косарей лайков набираем, подписывайтесь на Live, стрим канал и инстаграм. И как только в инстаграме появится фотография, залетайте и забирайте бесплатно Леона. То есть, если вы хотите, я не планировал конкурс, но если вы захотите, бесплатно для вас в инстаграме появится фотография после того, когда 70 тысяч желающих появится на этом ролике. Потому что ролики собирают по 400 тысяч иногда, а лайков по 30-40. Ну, неправильно. Поэтому, если хотите Леона, лайк и в инстаграме идите. Как только фотка появится, сразу вы получите. Ну, а я, ребятки, буду донатить. Сейчас донатить. Давайте я выключу экран. Я надеюсь, здесь у меня в этой стране задонатится... задонатится так же, как и у меня в Украине. Я надеюсь, комиссия никакая не будет взиматься. У меня немножко моргает экран, это не знаю, с чем связано. Возможно, с тем, что просто так надо. Так, есть, смотрите, акция есть. Ну вот, это очень легко, ребята. Смотрите, все, за 8 долларов. Вы, кстати, бесплатно можете забрать. Только если поставите 70 тысяч лайков. Если не поставите, конкурсу просто не быть. Вот и все. Просто я, реально, вы знаете, что я всегда запускаю конкурсы. Никогда не пропускаю. Но в этот раз я хочу посмотреть, как много вы... Как вы его хотите, этот конкурс. Так, давайте, прежде чем мы купим Леона... Мы еще откроем 4 мегаящика. А мало ли, а вдруг... Слушайте, ну, вчера реально мы открыли очень много ящиков на ДР. Да, нам выпали бравлеры, но поверьте, могло быть и больше. Кстати, выпало с последнего бойца, с последнего сундука мифический бравлер. Это было очень забавно. Так, ну что ж, у меня еще будет несколько классных, прикольных роликов на других проектах с данными акциями, но не выйдут завтра, наверное, послезавтра. Или, возможно, даже сегодня, не знаю. Так, 5 у нас предметов. Блин, реально, солнце так светит, но мне некуда спрятаться, ребята. Я сейчас сижу на лоджии. Так, первый сундук у нас мимо. Второй сундук. Оп. Оп. Хм, хорошо. Так. Третий сундук. Да, хорошо. И последний сундук. Это четвертый сейчас сундук, да? Оп. 5 предметов. Да, ну слушайте, те, кто смотрели вчера ролик, они в курсе, на что ушло много этих. О, ну смотрите, да блин, как же он моргает. Смотрите, у нас есть возможность еще открыть мегаящик, да? Да. Давайте еще откроем. Ну мало ли, повезет. Не, 5 предметов, к сожалению. Так, а нам надо ставить 350 гемов. Это получается
Сколько получается? У нас сейчас 473. Если я открою, то останется 390, правильно? Наверное. Вы знаете, математика не мое. Поэтому давайте все открыли. И получается, сколько осталось? 393. И получается, больше мы не можем. Ну, разве что еще один. Еще один большой ящичек. И, к сожалению, тоже пусто. Ну, ладно. Че нам переживать, если у нас Леончик продается вот практически, ну, очень дешево, считаю. Скидка в 50%. Я купил его за 8 долларов, ребята. Смотрите. Хопля, и все. И полетел, родной. Просто сюда подошел. Если хочешь себе на аккаунт Леона, напоминаю, тебе надо поставить лайк, подписаться на мои два канала, на Инстаграм, и все. Как только 70 тысяч лайков набирает этот ролик, я публикую в Инстаграм фотографию, где ты оставляешь просто свой коммент и забираешь Леона. Давайте еще откроем, у нас тут 7 ящичков, 6 ящичков, и потом каточку с Леоном, посмотрим, что вообще Леон сейчас тащит, не тащит. О-хо-хо-хо-хо-хо! Пассивыч, вот это да! Так. Так. Есть. И еще один большой бокс. Оп-оп-оп-оп. Хорошо. Что ж, погнали, берем Леона. Берем Леона. Вчера мы его не выбили, сегодня у нас такая возможность есть. Надеюсь, у меня не сильно будет лагать. Я ничего не вижу вообще в экране, вижу только свое отражение. Хотя яркость выкрутил на всю. Не, ну в катке на самом деле с этим интернетом не очень... Не очень, потому что, ну вот сейчас нормально, но будет момент, когда только, только появится Wi-Fi, и сразу у меня все подвиснет буквально на несколько секунд. Ну, так как у меня 0 кубка, мне не принципиально там, чтобы были все победы, да. Но тем не менее, хотелось бы сыграть топ-1. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Не, Леончик на самом деле топовый перс, и... Ну, раньше это, помню, вообще была непобедимая имба какая-то. Когда его пофиксили, то он не стал таким имбой. Вот я, например, не тащусь уже от Леона, как раньше тащился. Но, тем не менее, я думаю, что многие из вас его бы все равно хотели приобрести. Вот, так, привет. Привет. Так. У него очень крутая пассивка. Очень вот это со скоростью, с хилом, короче. Ух ты, блин. Ну и ульта, конечно. Инвиз это нечто. Так. Оу, щет. Убегаем, хилимся. Сколько у него? 5 банок у него. У меня, в принципе, 8. Я думаю, что завалю. Но я первый уровень, имейте в виду. Блин, слушайте, мне кажется, я только что слишком громко крикнул. Ах, но здесь у меня оборудование, ребята, не стандартное. Ну, точнее, я записываю с макбука, поэтому немножко непривычно на маке, потому что это другая операционка и немножко все по-другому. Все, победа. Поэтому я не пойму, что у меня моргает экран. Возможно, у меня что-то со звуком не так, потому что я немножко другие настройки у себя на компьютере делаю. В общем, друзья, сегодня купил Леона, я считаю, за копейки. Ну, относительно за копейки, по сравнению с тем, сколько он стоит в реале. 20 долларов я купил за 9. То есть это разница как-никак, сэкономил. Но, смотрите, я, опять же, повторюсь, Леона не собирался сегодня разыгрывать, но, возможно, кто-то, вот, возможно, 70 тысяч человек говорят, Холдик, ну, а я бы хотел участвовать. Вот если такие соберутся люди, знаете, это как набрать команду, и все, и мы двигаем. Все, если такая команда собирается, я запускаю конкурс у себя в Инстаграме. Будет пост, будет фотография, где вы просто оставляете свой комментарий и забираете Леончика. Я своего Леончика получил, но это не только здесь я получу Леончика, я еще получу Леончика на Путишелли. Я не знаю, на пути Пижона покупать ли он или нет. Там просто последняя лего осталась. Ну, на Холд Экстрим ныряйте, там узнаете, купил его или нет. И еще у меня один интересный есть... ну, не проект, а... Ну, короче, есть у меня еще одна интересная темка. Попробуем, что получится, не знаю. Видос выйдет, думаю, возможно, завтра. Ребятки, всем спасибо. Хочу также сказать всем огромное спасибо за поздравления ВКонтакте, в Инстаграме, на Ютубе, в комментариях, везде, ребят, вы, блин, огромные мои любимчики, маленькие, огромные, ну, неважно, какие, средние, ну, смотри, какие вы, такие, вот вы такие любимчики, какие вы есть. Спасибо вам за комментарии, спасибо вам за поздравления, просто всем ответить не могу, кого смог лайкнул, кому смог ответил, поэтому спасибо огромное, мне очень было приятно, и вы мне очень сильно подняли настроение. Вам же желаю тоже хорошего настроения, пускай к вам тоже тепло приходит в дом.
Не, в дом. В доме, дома у вас и так тепло, да, у вас же отопление есть. Ну, я имею в виду, на улице пускай потеплеет, настроение у вас хорошее. Короче, всем спасибо за просмотр, всем до новых встреч, я пошел купаться. Музыка играет, я просто не могу, хочу танцевать. А, блин, ну давайте, я камеру вырываю, пошел танцевать. Кому интересно, как я танцую и купаюсь, это на Холдик Лайв, там будут влоги. Все, всем спасибо, пока, ребят.